Здравствуйте, мои дорогие приятели. Сейчас я хочу поехать в магазин «Метро». Он у нас находится немножечко за городом. И посмотреть какие-нибудь новогодний декор, какие-нибудь новогодние прибамбасины, может быть, просто декор для квартиры, не обязательно новогодний. Ну, что-нибудь посмотреть. Мне нравится этот магазин тем, что там бывают такие вещи, предметы интерьера, которые я не встречу ни в каком другом магазине. И это меня очень радует. И, кстати, очень даже нравятся мне цены на спиртное там, шампанское, вот такие ликеры, что я очень люблю. Если я покупаю вина, то там всегда очень сравнительно дешевые цены. Хотя продукты на самом деле очень-очень качественные. Это мне тоже очень нравится. Ну и вот, пожалуй, на этом все. Едем! Ну вот, мои дорогие, мы находимся в метро, приехали сюда, ну все, заходим, а там посмотрим, куда кривая выведет, называется. Ну вот, красота началась. Только идет приготовление к Новому году, и уже выставлены подарки. Ну, давайте все поближе. О, посмотрите, какая красота. Вот такие вот Дед Морозы. Так, мы поближе. Вот такие вот Дед Морозы. Олень. Цена видно, да? 799 рублей. Снегурочка. Прям фиксированные цены. 99 везде, посмотрите. Аж смешно. Это я случайно не в фикс прайс попала. Как красиво. Вот он, где Новый год начинается. Посмотрите, посмотрите. Оп. Привет. Вот такие забавные снеговички. Очень здорово для интерьера. Ну и цена, конечно, тоже не маленькая, что говорить. Но олень огромный. О, какие глаза! Ну, идем дальше. Так, здесь, смотрите, смотрите. Цены, конечно, аховые. Но смотреть хочется, прям не пересмотреть. Фигурка новогодняя, 3000, обалдеть. А Дед Морозов-то сколько, Дед Морозов, снегурочек, на выбор любой. Красивые какие, обалдеть. Но у меня есть свой. И вообще у меня с мужем задумка поставить елочку а-ля СССР. У нас очень много новогодних игрушек. Я обязательно сделаю их обзор. Новогодних игрушек именно СССР. Тогда, когда было у всех солнечное счастливое детство. И нам всем хотелось дружить. Ой, вот это вот вообще классно. Ой. Так, это надо брать. Мне кажется, однозначно. Так, а из чего? Ой, так он легкий, он как пеноплен. Пенопласт, точнее, господи, пеноплен, говорю. Вообще легенький. Так, а это то же самое. Такая легенькая вещь. Такая легенькая вещь. Вот такой олень стоит 549 рублей. Обратите внимание, 0,1 копейка. Это меня вообще смущает себя. А вот такой 449. Ну, очень красиво, очень. Я вот сейчас подумаю, брать, не брать. Наверное, все-таки надо будет взять. Возьму на всякий случай, а там посмотрим. Но вообще хочется именно чисто бронзовую фигурку. Ну, не знаю. Похожу, посмотрю, короче. Я люблю натуральные вещи, если честно. Я не люблю подделки. Я люблю так, чтобы эта вещь была необходимо и моим детям, и моим внукам.
и чтобы они радовались этой эксклюзивности, этой красоте. А вот когда вещь не такая уж и красивая, точнее красивая, но подделка, меня все время это смущает. Я понимаю, что это всего на 1-2 года, а потом ее выбросить. И очень часто, кстати, все эти пуговицы интересные какие-то уже, да? Подвеска называется, пуговица. 99 рублей стоит. Керамическая она. Это вот игрушки, такие медальоны. Тоже интересно. Рамка подвесная. Тоже можно фотографии, например. Клеить сюда свои фотографии и на елочку повешать. Очень оригинально. Шар с шишками. Елочка вот такая вот. А, еще вот такие игрушки. Подвесные олени. Серебряные, золотые. Тут как елочные игрушки пошли. Фонарики. О, апельсинки. Или лимончики, не знаю даже, что это. Как назвать. Вот такие красивые игрушки, эксклюзивные прям. Вот это красивые игрушки. Это явно, что стеклянные. Вот это я люблю, настоящее. Я вообще люблю все настоящее. Стекло. Дерево. Камень. Металл. Я не признаю, честно говоря, пластмасс. Ну, не нравится он мне. Вот ты хоть убей меня. Я не знаю, что мне с этим делать. Потому что все, что я перечислила, оно как-то отдает каким-то характером, отдает какой-то душой. А все остальное, оно пустышка. Это вот типа корицы, но я не знаю, настоящая корица или нет. Или это просто вот декор. Даже вот декор есть, типа корицы. 199 рублей осталось. Вот шарики вот такие есть. Очень интересно. С патиной как бы написано. Вообще больше с каркелюром. Похоже. Вот сколько шаров. Телевизор такой. Надо никому новогоднюю сказку посмотреть. Так все устроено здорово. Украшение такса. Вот это пластмасс. Звездочки деревянные. Домики. Все хотела домики себе поставить около елочки. Цена у них что со мной там? Вообще-то это подвесной скворечник, а не домик. 239. Угу. О, есть вот такие шарики, посмотрите. Тоже кому-то оригинальная идея покажется, декор. Там что-то мягкое. Не такое уж мягкое, но тоже типа пенопласта. И вязаный чулочек на нем. Очень оригинальный. Упаковочная вот такая лента. Подарочная. Еще есть вот такие вот олени, посмотрите. Сделаны как бы под бархат. Вот здесь мягкие уже тоже пошли игрушки. Вообще мне нравится в метро, я как будто где-то нахожусь за границей, потому что здесь такие вот интересные вещи, которые, еще раз говорю, я нигде не вижу. Очень интересно. Тоже подвески такие вот интересные, прищепочки новогодние. Что прищепывать, я не знаю, конечно, но, наверное, что-то прищепнуть можно. Елочки вот такие вот. Елочки, елочки. Очень хорошо для подарка, кстати, такие елочки использовать. Ну и также для декора дома.
Есть в серебряном варианте, в красном варианте. В красном варианте мне нравится. Возьму, пожалуй, наверное. Тоже потом посмотрим. Я обычно так могу набрать, а потом обратно все раскладываю. У меня тоже такое бывает. Бусы. Шары с такой чешуей очень красиво отсвечивают. Так. Красный. Вот сколько здесь. Тоже вещь классная. На мою маленькую елочку будет, наверное, очень красиво. А вот такие вот прищепки очень здорово будут смотреться на елке. Вообще красиво, вот очень красиво. Но, кстати, можно не такие, вот они здесь дорогие, а можно просто даже купить цветы и вставить в елку. Знаете, какой красивый декор будет. Вот это что такое? А, это вот такие медальончики. Это тоже игрушка елочная. Звезда. Маленькие звездочки. Красивые игрушки. Я представляю, как они будут сверкать на елке. О, посмотрите, что это, сова такая. Обалдеть. Красивая какая. Черная, да? И сверкающаяся, как пайетками все сделанная. Очень красиво смотрится, очень. Девочка-гномик. Так. Хотела показать вам еще вот такие наборы. Они, правда, очень дорогущие, но это стекло и ручная роспись. Вот такой вот, что чайничек. И кто-то там, похоже на мышку, сидит на чашечке. Или вот такой, вот сейчас тоже покажу. Такой. Посмотрите, какая красивая елочка. И поросенок к ней. Тоже все разрисовано, все красиво. И вот там. Наборы разные. Но стоимость у них, конечно, тоже ай. И цветовая гамма, посмотрите, тоже цветовая гамма очень разная. Ну, это сказка мне знакома. Красавица чудовище. Вот цветовой красивый. Тоже, кстати, она, правда, очень дороговато стоит. Хочу сказать. Но очень-очень красиво смотрится. Вот такая вот мелкая работа. Очень красиво. Вот еще какие прибамбасины тут нашла. И фонарики. Сделано под металл. А может металл? Нет. Похоже, что стекло сделано под металл. Thank you.
очень красиво золото. Подумаем. Да, только клетка стоит очень дешево. Лошадка. Зеркала. Рука не видно. А это столько елочек всяких разных, безобразных. Шутка, шутка, конечно же, не безобразных. Смотрите, какие шишечки. Как натурально. И белые. И качество вот хвоинок, оно отличается. Посмотрите, здесь как натурально кажется. Ну, тоже похоже. Конечно же. Тоже ленточная лента, скорее всего. А, нет, это лента вот как раз на елку. Очень красиво. Вот, смотрите. Всякие разные ленты, видите. Тоже фигурки все подсвечиваются. Чашечкой с блюдцем и вот такой снеговичок. Это просто снеговичок. Что это? Ну, тоже какая-то подсветочка. А есть побольше. Грибочек какой-то. Не знаю для чего. Ну, наверное, тоже для чего-то. Просто вот светящийся грибочек. Белорусский грибочок. Вот здесь все сверкает. Все сверкает. Так, идем дальше. Это всякие венки. Оригинальные, на двери, или над камином, или над входом где-то, да? Вот такие вот топиари шарики, шар хвойный. Тоже, кстати, очень удобно его делать красивым, типа венков. Тоже с шарами, лентами очень красиво получится. Вывеска такая, приглашение. Это новогодние костюмы детские. Ну, конечно. Ой-ой-ой, кусающийся. Но очень оригинально. Смотрите. Много детских костюмов, много. Так. Что у нас здесь? Thank you.
такие вот с блёстками игрушки. Сверхучие такие, могучие. Это кристалл, наверное, вот такой, да? Как гробик мне показалось. Сосульки, типа сосулек, должны висеть, тоже оригинально бы на елочке смотрелось, ну просто реально нет столько денег, чтобы все это красиво смотрелось на елочках. Спрей, блестки, обойма для конфетти. Пробовала так, различные спрей. Смотрите, за сколько всего. Конфетти, спрей, всего. Вот золотые веточки, которые очень оригинально будут смотреться в елке. Но я хочу что-то побольше. Попышнее, точнее. Я хочу показать еще вот таких оленей. Очень классно. Это керамика. Даже с бубенчиком. Вот такие забавные. О, еще вот такие олени есть. Боже мой, какой выбор. Маски, различные маски, что типа венецианского образца. Ну, конечно, не дотягивают до венецианского, но тем не менее. Ну, колпачки традиционные, понятно. Шляпки. Вот такие маски есть. Ушки. Палочки для феи, по-видимому. Здесь всякие фигурки, формочки для печенья. Банка для сладости. Ничего себе, с ней уже все отлетает. Очень-очень некрасиво, когда она отлетает. Да, вот кто-то хочет, хозяюшки, пожалуйста, можно в виде тортиков выпечь. Ну, для одного раза в год 300 рублей, я считаю, это не очень. Айс. Термокружки. Бокалы. Красивые бокалы, очень красивые. Тарелочки здесь, я смотрю. Тортницы. Вот. Такая тортница. Пышная. Подарки для дома. Ну, тут цепашки такие, да? На камин вешать. Для подарка.
Ой, все хочу, я все хочу. Все, все хочу, все мое. Свечи. Надо, кстати, в свечах подумать тоже. Подсвечники такие вот. Очень красивые. Такие шикарные наборы елочных игрушек разных цветов, разных мастей. Ну, по-видимому, это все-таки пластмасс. Но, тем не менее, кому нужны цветовые наборы, пожалуйста. Вижу вдалеке детские свитерочки с оленями. Почему-то сразу какое-то Рождество напоминает. Так, идем далее. Коробки попутно можно заглянуть и увидеть вот такие огромные шары. И даже не вытаскивали еще отсюда. Вот такие шары большущие. Посмотрите, какие. О! Вот такой шар. На большую елку, кстати. Чуть не уронила его. Вот они, шары эти, видно, похожи по размерам. Да, вот такие огромные. И носочки. Тоже можно, кстати, дарить. Новогодние. Носочки новогодние. Да, тапочки домашние. Танк, видели? Значит, да, такой уж танк интересный, я вам скажу. Что-то немножко другое напоминает. Или только мне это напоминает другое. Наверное, мне. Собачки. Овечки. Что, кошечки? Нет. Непонятно, кто. А, тоже собачки. Стоимость у них разная. Так, вот такие свитерки стоят. Вот столько. Так, вот так я забрела в магазин, где есть вот такое огромное зеркало. И решила показать, как я сегодня выгляжу. Помните мою новую шапочку? Так, вот хочется просто сбоку показать себя и... Забываю, что ухожу от зеркала. Так, как же сделать это так? Так. Вот так вот видно. Да, вот я просто вещи нашла. Здесь тоже еще есть вещи. Игристые вина. Смотрите, какой огромный выбор, и я опять теряюсь. Я опять не знаю, что мне нужно. Крымские вина. Цены от таких до таких. Грузия. Просто теряюсь. Еще показать, сколько их. Как? Вот как здесь выбрать? Скажите мне, пожалуйста, я вот не могу. Мне все хочется попробовать. Обалдеть. Далее. Есть скидочки. Такие ценники красные, это скидочки крас. Ну, вот это для меня цена более приемлемая. Надо поискать белое сухое.
Девушка, у вас здесь есть такие шоковые цены, чтобы меня шокировало? Шоковые цены? Шоковая цена, да. Вы имеете в виду... Новина. Я имею в виду новина. Нет, я имела в виду наоборот. Все, с точностью, да, наоборот. Дешевая? Самая дешевая, да, так что она была дорогой, а стала вообще невозможно дешевая. Ну вот здесь вот эти. Ну 18 тысяч я обязательно покажу своим. Это где, подождите, вот 16 вижу. Так, это вот еще, вот туда я просто дойти не могу. 16 200. Это что ж такое стоит-то такое вот? Что это? Капанели. 18 тысяч. Итальянская это, да? Чем он такой превосходно? Золото там, наверное, да? Я не могу сказать, я никак. Интересно, кто-то хоть раз... Ну, а кто-то хоть раз покупал, мне просто тоже интересно. Да, правда? Правда. С ума сойти. Вот здесь, посмотрите, это разумное шампанское, да, по цене. А. Это два по цене одного, да? То есть два беру, и вот это стоимость одного. А, да, двум упаковкам. Ну, что-то хотелось бы, конечно, попробовать. Картофель.